Я ищу. Меня атакуют. Меня атакует Эдисон. Эдисон атакует, что? Он где-то тут? Он вот он на тебя смотрит. Привет! Пошли в задницу, пошли в задницу! Нет! 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 Я за тобой! Фокус-покус, абракадабра и магия началась. На канале Gobbledygook игровой магии полно. В прошлом появиться можно, в настоящем повеселиться, в реальной жизни очутиться, над приколами и фейлями повеселиться и многое другое. Главное подписываться и не лениться. Ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой и Игорем мы продолжаем наши прятки с ютуберами. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями. Только благодаря вам мы снимаем эту серию. Да, ребята, всем привет. И надеюсь, то, что в этот раз вы тоже нас поддержите лайками. И если соберем кучу лайков и кучу позитивных комментариев, чтобы мы снимали втроем, мы будем снимать втроем, ребята. Так что ждем ваших лайков. Приятного вам просмотра. Здоровенький пулы, поехали! Так, кто первый? Давай! Я! Что ты? Это мое было стекло, все понятно, я спрячусь, ура! Так, я второй. Нет, ты второй. Давай, ты второй, я попрошу раз вторым, давай. Да! Как обычно, Жек, лахопуд, лахопуд. Как всегда, я еще первый. Подожди, ребята, а мы не сказали, да, что мы сейчас на чем мы прячемся? На самолете. В самолете, да? Мы прячемся на летаке. На летаке прячемся. Так, Игорь, ты где? Игорь. 5, 4, 3, 2, 1, я иду, ко мне. Какие так быстро, Жека? Давай помедленнее. Давай. Да, все нормально, где вы? Ой, что-то меня дико подлагивает. Да пофиг, давай, ищи. Не отмазывайся, давай. Да, действительно пофигу, да. Давай. Мы на летаке, так что давай, ищи. Ёкарный бабай или так. Игорь, а ты кто был? Я не помню. Игорь! Отвечай! Ты где? Я не скажу тебе. А ты скажи. Ладно. Я не скажу тебе. Ладно. Что-то как-то... Пацаны, может не подаваться вам в этой серии, а то как-то неинтересно уже. Да, давай ты будешь вообще не будешь играть в этой серии, потому что как обычно, начнется какая-то канитель, я тебе отвечаю. Я даже Игоря не могу найти. Даже, Игорь, ты понял? Которого я нахожу постоянно самым первым. Ну понимаешь, я просто эволюционировал с последних серий, поэтому ты меня вообще теперь сейчас не найдешь. Я тебе отвечаю, я просмотрел все ваши серии, понял, как вы действуете. Да? Ну ладно. Лохопуд! Чёрт! Кто-то тут лохопуд у нас очень большой, слепой еще. Ну ладно. А что там прыгает? Нет, убивают, бьют, Игорь, давай рассказывай. Мне кажется, что сейчас я тебе отвечаю. Я сейчас так хорошо спрятался, что меня вообще никто никогда не найдет. Да блин, карта какая-то слишком большая, вот это сказать. Плохому танцору ноги мешают. Я жду. Да. Игорь, ты где? Игорь! Намек хотя бы. Намек, ты где? Черт. Намек? Да. Я, короче, достаточно далеко. Ага, я понял. Он в конце самолета, Жека. Иди туда. Не настолько далеко. Ну почти в конце. Да. Ну и на самом деле так, такое. Ну в каком это тоже надо угадать. Их тут слишком много, я никого не могу. Я заколебался. Жека, может мне опять пойти поспать? Полежать на кровати? Ну иди полежи. Я подписываю и приду, чай. Давай. Да блин, да где? Я не могу никого найти. Вообще никто не палит. Это как-то... Какие-то вы беспалевные сегодня. Я уже спалился раза три. Эх, ты ж говно! Нет, все-таки Игорь как... Да, нормально. Так ты в начале серии ходил вокруг меня. А как ты его сейчас спалил, Жека? Как ты его спалил? Ну, я его толкаю, а он такой бах отбежал после этого. Я, короче, понял, когда ничего не делаешь, он вообще ничего не палит. Когда пытаешься бы не палиться, все равно все палят. Ну почему он меня никогда не палит, Игоря палит? Хоть я перед ним танцую, прыгаю, Жеке вообще посрать. Вот сейчас ты мимо... Ты сейчас сквозь меня пробежал. Ну ладно, как бы, Жека это не заметил, мне посрать, ну ладно. Да, ну как, в смысле? Да ну блин, я тут всех убью! Игорь, он где-то здесь! Не-не-не-не! Я вот он, где я? Я ищу. Меня атакуют! Меня атакует Эдисон. Эдисон атакует, что? Он где-то тут? Он вот он на тебя смотрит. Привет! Пошли в задницу! Нет! 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 Нет!
меня не убили, да? Я сам себя убил, так что это считается. Я тоже начну прятаться, как сразу скину с самолета и скажу, вы меня не убили, я выиграл. Ну я подался, в этот раз я подался, давай. Давайте тогда между нами двумя сейчас будем разыгрывать. Ну что, Игорь, сейчас мы с тобой будем, да, сражаться? Я первый нажимаю. Да, я нажимаю. Нет, это твое стекло, забери. Да, не хотел, но ты не дал мне, ну ладно. Так, зачем я меч взял? Ну ладно, чтобы отбиваться от Игоря. А ну отдай меч, говно. Ничего не отдам. Так, где бы мне спрятать? Так, ладно, давайте я считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, Эка, ты где? Восемь, девять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14 и 15. Ага! Да, Эдисон! Все, становится. Тихо. Ага, запалил. Я уже испугался так немного. Я тоже, да, смотрю. Так, что? Что я испугался? Кто? Ничего. Тут фейк просто. Эй, Хардлайм, отвечай мне. Не вы. Ой, как дела? Нормально. А что вы тут делаете вдвоем? Где? Ну я вот на вас сейчас смотрю. Вы, может, этого не подозреваете? О, привет. О, Игорь Лохопут. О, ты нас пропустил уже раз три. Ладно. Кто бьется, Жека? Да что происходит? Где геймру? Верните мое мясо. Два неки убив Хэппи Лайм. Давай. Геймрул поставьте. Сейчас, геймрул, keep inventory true. Отдайте мое мясо, положите. Правило оновлено, давай, иди быстрее. Там, где мясо мое лежит, да? Мясо, да. Мясо мое лежат. Ого. Это не ты. Ладно. А что у вас тут за туса, я не понял. Надо повыталкивать всех. Ну, не могу. Что, ты нашел нас, Игорь, не? Нет, но я в процессе, сейчас я просто всех мобов убью и найду. Да, так нечестно. Зараза! Я знаю, где Жека, Игорь, Да, Я иду. Так. Быстрее, сейчас умру! А, я упал, подожди. Дайте мне меч, паскуда, что меня так лагает? Так, я... Меня лагает, подожди. Я знаю, где он. Так, нет. Подожди. Да, я его видел, Игорь. Ты выпустил кого-то, Игорь? Не? Я умер, не знаю, он, наверное, уже убежал. А где тусы? Ой, я могу. Падла! Он я тут понял, был! Я понял, кто он здесь. Не, это не он, это не он! Спарклис, отвечаю. Он был тру вот этим, тру был. Да? А мне кажется, он капитан Спарклис сейчас. Меня убил капитан Спарклис. На! Свалил, да! Я тебя просто даже не видел! Эдди, ты только нечестно, ты был данным... Извини, как... Я думал, это НПС, а ты, блин... Маскировка, понимаешь? Ты понимаешь, Эдди, что я тут прячусь, а не ты? Ты так нечестно! Ну ладно, мне понравилось, было весело, мне понравилось. Ну что, короче. Игорь, как всегда, лохопут. Да, лохопут. Не важно, я нашел Эдисона в этой части. Да. Это достижение, да, согласен. Да, так что пишите в комментарии, что я эволюционировал. Давайте прощаемся. Ой, а ты где? Я селянин. Деревенщина, я понял. Ну дайте мне встать куда-то, алло. Так, ну что? А где твоя палочка? Палицу. А, достань кого? Палицу. Палицу достань. Какой палец достань? Палицу. Палицу? У меня нету палицы. Давайте уже, что говорим? Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поддержите нас лайками и положительными комментариями для того, чтобы мы снимали вместе. Да, ребята, чем больше лайков наберем, тем больше серий с прятками будет выходить. Да хрен меня бить! Алло! Дерь! Умирай! Пока!